Вот прямо. Кусь-кусь. Ах, Борис Хлебников. А давайте-ка мы с вами поиграем. Я мышка с такие артисты. А? Да. У нас что, призы тут на кинотавры дают. И на уральских фестивалях. Да. Вань, Вань, спасибо. Я не знаю, что там по дивану хотел рассмотреть. Вот. Но мы сейчас играем в игру, которая называется «В человеке все должно быть внезапно». Пожалуйста. Человеки, все должно быть внезапно. Александр Яценко у нас начинает. Правила очень простые. Текст на экране. Актер читает текст и появляется со звуком состояние, которое... Бики, в котором находится этот человек. Что случилось? Абсолютно верно. Значит, поскольку фильм «Аритмия» про врачей, и Александр Яценко блестяще сыграл врача с своей помощью, то мы решили взять монолог врача. Это Базаров из бессмертного произведения «Тургенев и дети» и его монолог. Пожалуйста, Александр Яценко, пошли. Дорогая Анна Сергеевна, может быть, вам покажется это странным, но я чувствую острую необходимость... Микки, но я чувствую, ты не прячешься из кадра. Острую необходимость исповедоваться... Что в кармане держал? Конфетку? Исповедоваться перед вами... Исповедоваться!